Всем привет! Сегодня 7 августа 2019 год. Приехали в лес пособирать грибочки. И вот первую находку уже нашли. Вот она. Теперь я его сейчас сорву и вам покажу. Какой красавец! Вот какой красавчик. Ну, конечно, не очень молоденький, но пока радует. Идем дальше? Идем дальше. Нашли еще один грибочек. Надеюсь, что будет хорошенький водосиновичек. Вот какой красивенький малепусечка. Какой? Ой, вообще-то все-таки подосиновики мои самые любимые грибочки. Ой, какой хороший. Хороший такой. Ой. Ой, как пахнет. Ой, вкуснятина. Ну что, пойдем дальше искать. Прям буквально 2 метра прошли. Вот задвинули под елочку. А здесь такой красавчик стоит. Сейчас я его покажу поближе. Ой, какая ножка толстенькая. Какая толстенькая. Вот какой. Красивый. Вот пришли опять несколько метров. И опять нашли грибочек. Откапывай. Ой, откапывай. Совсем старик. Пойдет. Пахучий такой. Ходим мы таки, ходим. Прошли немножечко. И тут опять. Опс, какой. Какой красивенький стоит. О, спрятался в травку. А мы его нашли. Хитрый какой. Кто это? Беленький, сейчас я покажу. Ой, какой у него там ножище. Запрученная. Какой красавчик. Красивый. А тут еще рядышком стоит старик. Мы покажем. Видимо, тут... Ой, давно никто не ходил. Ну, а без червивый, конечно, плохой. Красивый. Старикашка. Ну, сейчас повесим веточку. Положим. Пусть стоим. Вот это. Ну, не буду их считать. Много. Сосчитаю, сейчас буду вытаскивать. Хорошо, эта пахучка получилась. Сейчас их обрежу и пойдем дальше искать. Вот, еще нашли. Красивый какой грибочек. Подосик. Ой, какой он крепенький, хорошенький. Ой, так его хочется быстренько прям вырвать. Ой, ой, нога-то. О, не вырвешь. Ветками завалила. Ой, ой, какой. Ой, какой. Ой, хорошенький какой. Маловато пока еще нам благородных попадается. В основном лисички. Вот здесь вот еще кучка лисичек. Сейчас покажем. Вот они только-только вот начали, наверное, вылезать. Вот даже здесь вот. Тут раздавили капельку, не заметили. Вот еще вылезает. Вот вылезает. Сейчас будем их срывать. Сейчас сорвем и пойдем дальше. Идем мы такие, идем, а тут такое чудо-юдо стоит.
Ой, опоздали, конечно, мы немножко. Чуточку пораньше. О, какой! Прадед даже, не дед. Ну, с виду такой крепенький. Ну, ножка не знаю как, шляпка. Ну, может быть, что-нибудь достанется и нам, не только червячкам. Вот это прадедушка. Ой, а запах-то у прадедушки-то обалденный, классный грибок. Сейчас отрезали, думала, червивый вообще напрочь будет. А оказался вообще чистейший. Пол да, ноги видишь. Отрезала, блин. Он крупный. Чистенький. Ну, это из-за того, что он волокнистый, а так ни одного червячка нету. Супер вообще грибок. Ну, не знаю, что будет в самой шляпке, но так вообще чистейший. Надо же, даже не ожидала. Сейчас кое-что еще здесь нашли, рядышком, прямо около большого. Вот покажу вам в прямом эфире. Неожиданная находочка. Такие красотульки стоят. Вот один. Это, наверное, дочка. Это, наверное, мама. Это, наверное, папа стоит. О, какие красавчики. Так, один. Второй. И третий. Угу. Ой, какие они. Ой, солнышко прям вышло. Прям солнышком совсем другое дело ходить. Это как-то пасмурно. Облачно, то есть. Вот какие. Ой, ну вот это прям вообще моя прелесть. Ой, какие же они классные. Прям три рядышка. Все, буду чистить. Вот пока смотрите, что мы насобирали. Мы тут только недавно вошли. Сколько мы ходим? Ну, мы эти лисички еще долго резали. Они мелкие, их приходится вытаскивать. Много времени теряется. Вот, чистый. Чистый, это чистый. Маленький. Я бы в колечках. Были чистенькие грибочки. Дома интересно, вот чистенькие. Нету червячков. Так, это я положу в маленькую корзиночку. Так. Ну, этот немножко. А, нет, дальше чисто. Только в начале чуточку. Фу. Грязный, запачкан сыра. Тоже себе сюда положу в корзиночку. Ну, этот не знаю. О, ну, этот тоже чистый, но тут какая-то большая дырка. Не знаю. Это ну чистый, просто пустой какой-то внутри. Тоже берем. Так, ну что, сейчас эти обрезали, идем дальше искать. Вот еще нашли этот березовичек. Я сегодня не хотела под березовички брать, но в принципе неплохой, вроде крепенький. Здесь проверим. Ну да, чистый. Дырочек нету. Да. А, не, одна есть все-таки. А, нет, все нету. Это просто грязинка какая-то попала. Ну, шляпка может оказаться червивая. Ну ладно, возьмем, посмотрим, что там будет. Все, дальше идем. Смотри, какие нашли. Ой, большой. Подосик. Ой, какой большой. Ой. Вырываем. Ой. Ножка тоненькая. О, какой. Смешной. Смешной. Ага. Еще режем? Да, проверим. Идем дальше. О, чистый. Нога чистая. Классно. Как зонтик. От дождика можно спрятаться. Еще положу нашу корзиночку, там где у нас крупненькие грибочки. Вот. Сколько уже крупных, ну тут вот помельче в эту корзиночку. Ну что, начало вам неплохое, думаю, да? Все, дальше идем искать. Пойдем дальше.
Нашли подберезовочки. Раз, два, три, четыре штучки. Сейчас покажу. Вот один вообще замаскировался, под веточку спрятался, вообще даже не видно практически. Там совсем вот так, хопс, есть, хопс, нету, хопс, грибов. Сейчас мы его срываем сразу. Идем к следующему. Так, это тоже, в принципе, прячется за веточкой. Вот, веточку выдвигаем. Тоже подберезовичек. Вон какие, два. Пойдемте дальше. Вот, в канавку спрятался. Еще один. Три. Букетик. Угу. Под веточки еще залез. Спрятался. Прячется. Грибочки. Вот еще один. Четвертый. Вот такой букетик получился. Ой, упал. Один. Все, сейчас мы их порежем в корзиночку. Пойдем дальше. Все, что найдем, все покажем. Дамы и господа, посмотрите, что мы нашли. Какую прелесть. Прелесть. Красотищу какую. Ой, такие молоденькие, такие классные. Ой, как хочется их вырвать. Ай, какая прелесть. Ой, ой, какие манюнечки. Какие хорошенькие. Ой, такие я люблю. Ой, как я такие люблю. Ой, какой толстоножка. Прям толстоножка. И этот такой прям пупсики. Ой, какие красивые. Может, мы сделаем еще фоточку вот так с ножками? Не стал. А? Достаю. Ой, жалко. Ой, как их жалко. Ой, какие. Ой, какие. Ой, вот, а там малипуська, что ли, лезет еще один. Угу. Ой, ой, какой. Мальчик. Гриб-мальчик. Точно. Ой, какой. Ой, какие прям. Прям хочется их чмокнуть. Красота какая. Прелесть. Вот такие я люблю. Вот это грибочки. Ой, руки какие у меня, конечно, красивые. Прелесть? Угу. Ну что? Дальше идем искать? Все, идем дальше. Идем мы такие. Идем. Такой. Оп! Грибочек. Красивый стоит такой, ждет нас. Потом мы такие чуть-чуть отходим. Оп, еще один грибочек. Маленький, молоденький. Ой, я даже представляю, какой вкусненький. Так, потом дальше опять идем. И тут такой, оп, еще грибок. Красота какая. Ой, какой же он красивый. Так, это еще не все. Идем дальше. Это папоротник. Спрятался тут. О, какой красавчик. Прям не грибы, а сказка. Ой, какая прелесть. Это как раз на шляпка у него. Коричневая. Ну что, буду сливать. Очереди. Вот это нога. Вот это грибок. Ой, какой же он шикарный. Ой, какой он классный. Ой, посмотрите, как вроде как бы большой и в то же время и не старый. Ой, классный грибок. Так, идем к следующей. Не терпится мою кирку вырывать. Нет, давайте сначала. Этот сейчас. Его. Выберем.
Ой, тоже какая ножка. Ой, какой. Прям аж хрустит. Ой, какой красавчик. Как же я люблю грибочки собирать. А, прелесть. Просто прелесть. Так, картиночку его. Дальше. Так, все, где у нас? Маленький сейчас. Ой, какой. Ой, какой красивый подберезовичек. Люблю, когда такие толстоножки. Ой, какой красивый. Так, корзиночку его. И сейчас еще и этот. Этот тоже не оставим. Так, где у нас тут? Ой, ножка. Вот какой. Тоже подберезовичек. Всего сейчас мы их почистим. Пойдем дальше искать грибочки. Ой, с дороги увидели еще в елках. Пришлось залезть так тесно. Но из-за такой красоты я полезу куда угодно. Ой, какой же он красивый. Красавчик. Да чего же у него подосики такие красивые, яркие. Прямо издалека видно. Прелесть просто. Но это еще не все. Там еще кое-что нашли. Сейчас покажем. Не уходите. Еще нашли грибочки. Мою мечту. Я сегодня так хотела их найти. Вот. Один. Подосик. Так. Сейчас мы его. Ой. Крепкий. Какой. Ой. Нога-то куда? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Так. Вот. Один. Фу. Комары. Едят. О. Так, идем дальше. Дальше будет интересней. О, второй какой, толстоножка. Толстоножка. Ой, какой красивый. Ой, какие же они крепкие. Не вырвать сразу. Ой. Ой, ой, какой. О, какой. Во. Так, сейчас это еще не все. Вот. Еще один. Ой, сейчас мы веточку уберем. Ой, какой тоже хороший. Хороший, красивый такой. Ой, как же они мне нравятся. Прям ножка березку напоминает. Ой, это еще не все. Идем дальше. Вот еще маленький малипусик. Малипусик. Ой, тоже достаем его. О, какой. Ой, какая прелесть. Так, значит, на одной полянке. Сейчас покажу. Два. Три. Четыре. Пять штучек. О, какие. Какие красавцы все. Ой, прелесть просто. Ну что, не будем терять время, идем дальше. Вот еще на дорожке нашли. Там совсем на дорожке. Почти. Вот такой малюсенький подберезовичек. Вот, сейчас мы его достанем. Ой, а там еще малыш. Но такой уже брать не будем. Куда он такой? Пусть растет. Оставим. Вот какой красивенький. Все, идем дальше. Я такая красивая по лесу. Да, тут еще подосик спрятался. Ой, какой. Вот какой красивый. О. Вот какой. Красавчик. Ой, ой, чуть не убежал. Загнутая еще шляпка такая. Загнутый внутрь. Молодой. Буду резать. Идем дальше. О, чистенький. Вообще, подосиновики практически все чистые. Все, идем дальше. Что вам еще показать интересненького? Вот не успели отойти от прошлого грибочка. Вот еще один нашли. Далеко в лес заходить не надо было. О, какой
красивый, под березовичек. Так, вынимаем. Вот какой. Красавчик. Подрежем, ой, чистенький какой. Симпаколька. Идем дальше собирать таких красавцев. Вот он. Приехали на наше старое место, которое мы ездим много лет. Здесь всегда растут подосиновички. Вот надеемся, что здесь тоже найдем. Ну вот один уже есть. Ой, сейчас я... Ой, какой толстенький бочоночек. Вот. Какой красивый. Сейчас мы его подрежем и посмотрим, какой внутри. Ну, судя по всему, чистый. Да, чистый. Чистоган. О, какой шикарный. Шикарный грибочек. Ложу его в корзиночку. Идем дальше искать. Кого нашли, кого нашли. Красавца какого. Ой, какой. Вот какой красивый. О, класс. Вот это красавчик. Сейчас там ножку найдем. Ножку. Вот. Ой, как глубоко. О, какой. О, какой. Он большой, красивый. Прям как на картиночке. Красота. Сейчас пойдем дальше. Иди. Ничего не видите? Я вижу. Вот он спрятался в мох. Ой, какой. Ой, какая. У него нога, сейчас я вам покажу. О, какая нога. Ой, красивый какой, толстенький. Угу. Ой, какой. Прелесть какая. Вот это да. Вот это грибочек. Ой, а внутри он какой тоже вся вот под шляпочкой беленькая. Красавчик. Как же я люблю вас собирать. Моя прелесть. Какой красивый. Ну, поцелуй еще. Целую. Ну, как такую прелесть можно не поцеловать? Все, идем дальше. Не терпится еще таких найти. Еще нашли моего любимчика. Ой, смотрите, какой красивый. Ой, прям возле деревца. Мох. И такой красавчик стоит. Вот. Ой, немножко улитки подъели ножку. Но ничего страшного, красивый. Все равно красивый. Прелесть. Как же я люблю такие грибочки. Хорошенькие. Идем. Вот какой. Молоденький. Красивенький. Пушишечка рядышком. Вот какой. Ой, какой красивый. Ой, красавчик. Чистенький будет. Под шляпочкой беленькая все. Прелесть. Я так довольна, я так рада. Столько красивых грибочков. Прям вообще прелесть. И вообще практически не червивые. Ты как хоббит. Моя прелесть. Все срезаем. О, чистенький. Дырочек нету. Все, идем дальше. Какого красавца нашли. Классный какой. И вообще такие редко находила. Классный какой. Ой, громадина. Ой, какой же он красивый. Надо же, так прям как в сказке, прям на картинках. О, какой красота. Вырываю. О, какой он тяжелый. Блин, какой он тяжеленный. Он вообще огромный. Как будто мешок картошки. Ой, какой
Ой, какой паучок поселился там. Не, паучок, давай-ка отсюда. Наш грибок. Ой, какая прелесть. Какая прелесть. Посмотрите. Вообще обалдеть. На пол корзины. Вообще классный. Супер. Я довольна. Нашли грибов гиганта. Семейку. Папа, мама. И еще там какой-то малыш. Сейчас покажу. Достану и покажу. О, о, какие. Ну, конечно, вот этот старый, наверное, не возьмем. А этого возьмем. Вполне себе приличненький. О, какие. Ну, малышок. Вот такие грибасики. Огромные. Хотите подосиновочки вам покажу? Сейчас покажу. Я уже издалека вижу. Ай, комарики кусаются. О, спрятался как у березки. С одного боку выгорел. Не знаю, обычно на солнышке загорают, а этот выгорает. Вот, сейчас мы его сорвем. Ой. Ой. С деревом сейчас. Ой, сейчас с корнями. Ой, не лезет. Не хочет. Хочет тут остаться. О, какая ножища. Такой чудненький. Причудненький. Ну что, хороший грибок. Все равно берем. Сейчас еще это не все. Это не все. Подождите. Самое интересное впереди. Вот еще какой красивый, красивый такой стоит, нас ждет. Ой, какой, ой, какой красивый, желтенький, как солнышко. Все, идем дальше. Вот куда пришлось забраться за этим красотулькой. Ой. Корешок куда-то залез. Не хочет вылезать. Вытащишь все равно. О, какая ножища оказалась. Сейчас вылезу, покажу. О, какой. Ну и ножища у них. Куда-то так далеко, в корешки прям. О, все, идем дальше. Кого нашли, кого нашли? Белишка нашли, белишка. Белишка красивого. Вот. Сейчас мы его освободим. А то сгниет тут. А так мы его заберем. Ой, какие же они приятненькие. Искушаем, да? Ой, заберем и скушаем потом такую вкуснятинку. Супчик. Ой, прям размерчик такой. Ой, мой любимый размерчик. Они совсем маленькие и небольшой. Классный. Ой, какой же он. Ой, как же они пахнут. Ой, жалко, что не передать аромат в камеру. Прелесть просто. Бочоночек. В корзиночку. Все, сейчас его в корзиночку. Идем дальше искать. Корзинка уже тяжелая. Еще нашли грибочек. Беленький. Красивенький. Вот он прячется опять под иголочками. Травка. Ой, а там не под иголочками, он такой светленький. Сейчас покажу. Вытащу, покажу. Ой, какой красивый. Красавчик. Ой. Вот там не под иголочками. Беленькая шляпка. Не загорел на солнышке. Тут загорел, а тут нет. Бледненький. Ой, какой красивый. Ну что, разрежем, посмотрим. Какой окажется. Чистый. Чистый, чистый. Так, все, времени нету, у нас мало. Пойдем дальше. Искать грибочки. Сейчас вот в корзиночку положим. Прям прелесть. Красавчик.
Вот вы где. Вот вы где, грибочки. Вот еще беляшок. Беляшочек. Ой, ножка какая у тебя длинная. Ой, ну симпатичный. С коричневым, загоревший такой. На солнышке. Ой, какая прелесть. Сейчас порежем. Проволочник поработал. Нормально. Красивый. Все, идем дальше искать грибочки. В корзиночку его. Так, чтобы чистенько было. Какие у нас тут вот какие. Красавцы, вот они. Вот они, вот они какие. Вот. О, прелесть. А подосики, какие подосики. Ой, ой, какие вообще. Этот мальчик, помните, вначале нашли. Потемнел чуточку мальчик, загорел. Ну все, дальше идем. Или заболел. Или заболел. Вот какой красавец. Вот какой красавец. Вот какой на горке стоит. Царь грибов. Вынимаем. Ой, сейчас. Ой, красавчик какой. Такой необычный. Сморщенный. Как сморчок. Или как там сморчки, строчки. Не очень понимаю в весенних грибах. Вот какой. Он под шляпкой чистенький. Не совсем желтый, такой прям совсем классный. Прелесть. Вот большие грибы почему-то более ароматные, чем маленькие. А, все. Идем дальше. А ножка пахучая. Дальше ищем. Видите кого-нибудь? Едете. Ну как можно его не увидеть? Вот он стоит прям хуй. Красивый. Выглядывает. Хочет, чтобы его сорвали и вам показали. Корзиночки уже почти полные. Еще чуточку погуляем. Найдем, покажем. Все. Идем дальше. Как мы еще нашли? Малышка. Малышка пузатика. Подосиновичка. Еще одна молоденькая. Ой, какой красивый. Вот. Как же у них шляпки, да, отличаются? Смотрите, у кого-то яркая, у кого-то такая более рыжая, не знаю даже, как объяснить, это оранжевая. Вообще такие формы у всех разные. Классно, я довольна. Пошли еще. О, какой. Вот какой. В канавке спрятался. Сейчас покажу. Вот какой. Красивый. Пойдемте еще покажу. Это еще не все. Спасибо. Где он здесь? Где он здесь? Потеряла. Ага. Хорошо. Вот, а тут окунется еще один маленький. Вот, аж два. Вот, сейчас и этого сорвем. Вот так вот. Ой, какие симпатутки. Ой, а тут еще один. Смотри, Жень. Ой. Смотри. Еще два. Ой, какие. Ой, бочоночки. Такие в маринадик, да? В баночку. Какая красота. Но это еще не все. Сейчас еще один. Ой, не наступить бы, боюсь теперь. Вот какой еще беляшок. Ой, какой.
Вот, сейчас я вам кучку покажу. Вот какие. С одного места. Красота. Идем дальше. Моя прелесть. Ой, как же они пахнут вкусненько. Я прям представляю. Вот такие прям, вот таких бы насобирать бы. Что тысячек 20-30. И баночку. Красота. Только хотели переместиться немножко, место поменять. А вот здесь вот смотрите, как спрятался грибочек. Видите? Горочку. А вот здесь вот так вот листики убираем. А тут кто у нас спрятался? Такой симпатичный. Вон какой пузатик спрятался. Сейчас я покажу. Как же они любят маскироваться. Вот какой красавчик. Бочоночек. Еще вообще не раскрытый, такие интересные. Пахучий. Ну что, идем дальше. Вот нашли еще очередной грибочек. Вообще прислонился к деревцу. Да, к деревцу. О, сейчас мы его прилип. Вот, аккуратненько. Но это еще не все. Сейчас еще пойдем за одним красавчиком. Так. Где наши корзинки? А корзинки оставили, потому что тяжело таскать. Тяжеленькие стали. Или оставить. Вот какой. Ой, какой красивый. Ой, прелесть. Ой, как же я люблю их. Ой. Вот. О, два красавца. Все, идем дальше. Ищем дальше. Сейчас я в корзиночку положу. Почистим и положим в корзиночку. Там, наверное, побольше. Корзиночка. Хороший. Почищу. А то не люблю, когда грязные грибы дома больше перебирать приходится. О, красавчика сюда. Сейчас еще второго. О, тоже чистенький. Тоже чистенький. Травку уберем. О, красота. Ой, какая красота. Вот еще один. В елочках. Тенечек залез. На солнышке ему жарко. Спрятался в тенечек. Ну что, дальше? Идем дальше. Уже вот сейчас в корзиночку его положу, почищу. Вот, нет, цветочки тут. Ну, цветочки, травка какая-то. Ну, симпатично. Мне нравится. Такие они прям как картоха. Ну, жесткие ножки. Жесткие так. Положу. Нет, я его потеряю. Я его сюда положу, в большую корзиночку. Не потерялся. Вот так вот. Все, идем дальше. А-а-а, куда ты пополз? Да не бойся, не бойся, не тронем мы тебя. Сейчас пойдешь в домик, в домик, в домик. Давай, ползи, ползи. Не тронем мы тебя. Шустрый. Ага. Вот так вот. Как ты бы заметил этого ужика? Гиганты. Ты его, наверное, не возьмешь? И так показать покажем.
А вот еще маленький подберезочек рядышком. Подберезочек возьмем. Ну это вообще шляпа. Это вообще правда. Это, я не знаю, тут что за размерчик такой. Где мы раньше были? Ой, это что за комары? О, какой огроменный. Ну да, но он уже старикашка. Это вообще прапрапрапрадед. А вот красивенький еще малюсенький стоит. Этого возьмем. А этого не оставим. Доживать свой век. И споры распространяю. Все. Этот я срываю. Этот симпатичный маленький возьмем. Чуть не прошли мимо этого карапузика малюсенького. Случайно заметили. Ой, какой почёночек симпатичный. Вот какой красивенький, рыженький. Прелесть. Ой, тут комаров куча, тут налетело. Ой. Дорогие друзья, вот и закончилась наша лесная прогулка за грибами. Ехали в лес и не знали, есть грибы или нету грибов, потому что все форумы пестрят, что грибов нету, отошли, леса пустые, делать там нечего. А мы все-таки рискнули и не прогадали. Вот что мы насобирали. В лесу много грибов, разные. Есть и белые, и подосиновики, и лисички. И вот даже вот такое чудо нам сегодня попалось. Вообще просто была в восторге и визжала прямо от радости. Что хочу сказать. Хватайте все корзинки, прыгайте в машины и все быстро в лес за грибами, пока они еще есть. Грибы собирали во Владимирской области. Всем пока, до новых встреч!